Друзья, всем большой привет! Сегодня ровно месяц, как наша команда Респект присоединилась к новому проекту, который взорвал интернет, проекту CryptoHands. И сегодня я хочу записать очередной обзор. Я уже делала несколько видеообзоров первого дня, там через неделю, через две недельки, и вот сегодня как раз месяц. Лично мой результат в проекте со старта 0,05 эфириум на первом уровне. Я сделала апгрейд до четвертого за три недели, то есть заработанных денег активировала эти все уровни. Это уровни первого цикла, друзья, которые принесут, они уже начали мне приносить прибыль, так как у меня команда строится. И суммарно прибыль будет 121 монета эфириума. Давайте посмотрим, какой сегодня курс у нас. Курс, кстати, очень благоволит к старту. Если вы еще не с нами, 12561 и 121 монета, друзья, даже по этому курсу 1,5 миллиона российских рублей. Сумма приличная, кому-то даже и квартиру, и машину можно приобрести, то есть его мечты, вот они, пожалуйста, лежат прямо на поверхности, приходите и забирайте свои деньги. Дальше второй цикл, смотрите сами, то есть следующее, что я буду делать, это с той же командой, те же 3, 9, 27, 81, это те же 120 человек, которые в моей структуре доберутся за мной следом до этих уровней, и дальше, друзья, суммы уже не детские совсем. То есть это до 10 тысяч монет эфириума можно заработать, но в любом случае мы будем продвигаться, мы будем стремиться к этому. Этот цикл, скажем так, из 4 уровней, его можно на следующий год повторить, причем я вам скажу, что повторить его будет гораздо проще, потому что здесь просто люди, те же самые рефералы в каждом уровне, мои партнеры, просто нажмут свои кнопочки определенные «Купить первый, второй, третий, четвертый уровень», и я в одночасье заработаю все те же 121 эфир. Очень просто. Здесь есть еще некоторые фишки, нюансы. Сейчас я вам покажу все, расскажу. Давайте перейдем сначала на главную и посмотрим статистику. Спустимся вниз сайта. На сайте, кстати, очень много информации. Вот, пожалуйста, живая статистика. 21 тысячу участников перевалили. На втором уровне, на первом у нас как раз эта сумма, на втором 5747 человек, на третьем 1277, четвертый уровень 394, буквально несколько недель назад, когда я брала четвертый уровень, там было буквально там 100 человек. То есть продвигаемся, продвигаемся. Пятый даже уровень уже выкупили, 36 партнеров и шестой 2. 170 человек онлайн, это действительно так, сайт показывает статистику в реальном времени. 3237 эфиров переводов по системе, в биткоин-эквиваленте это почти 60 битков, в долларовом 613 тысяч долларов за период проекта 0,37 дней. Представляете, то есть мы зашли на самом старте, мой личный ID это 3600, посмотрите, какие ID сейчас идут. Курс сейчас как раз реально благоволит к тому, чтобы заходить. Проект полностью в открытом доступе. Адрес смарт-контракта CryptoHands, он в эфир-скане, в эзер-скане. На самом контракте денег нет. Я это не устаю повторять, что это перевалочная база для оплат между партнерами. То есть здесь все транзакции в реальном времени можно посмотреть. Любой программист, более-менее шарящий, может посмотреть исходный код. У меня тут немножко, ну, я подозреваю, что просто разрешение экрана не работает, но на языке Solidity здесь написано CryptoHands. Кто внимательный, когда загружалась страница, мелькнуло это слово. Сейчас прогрузится, попробую. Вот, видите, немножечко видно. То есть здесь видно все. То есть это договор, который нельзя изменить. То есть сколько стоит прайс по уровням. То есть не больше и не меньше вы заплатите. Уровни имеют значение, что какие уровни с 1 по 8.
покупатели друг у друга, получается, первый уровень, это то же самое, что пятый. Сейчас не найду, ладно, искать не буду, вас загружать. Здесь можно найти все, что угодно. У нас нет привычных в личном кабинете каких-то, ну, там, профили, аккаунты, фотографии, имен здесь нет. Но вы можете, давайте возьмем любой кошелек, вот из любой транзакции просто, ну, допустим, вот этот, и зайдем с вами в контракт, читать договор, и спускаемся в 9-й пункт договора, и делаем запрос. И мы знаем, какой ID у человека, кто его пригласитель, то есть все полностью можно вести табличку. Я для себя, для своей структуры веду табличку в Excel, мне очень удобно, то есть я знаю, кто кого пригласил. В принципе, у нас, ну, скажем так, левых каких-то залетных людей у нас в команде нет, мы все пришли сюда зарабатывать деньги, мы знаем друг друга в лицо, естественно, у нас группа, у нас команда растет, у нас все здесь в группе нашей ETN Respect, можно нас найти по адресу или просто набрать в поиске Ethereum команда Respect, и здесь можете посмотреть все наши результаты, наши статьи партнеров. То есть у нас не проходит ни дня практически, ну, статистику мы обычно, бывает, не каждый день, но раз в 2-3 дня собираем партнеров и поздравляем. У нас всегда есть кого поздравлять и с продвижением, и новичков. Кто-то успевает даже там один день только зарегистрироваться, и мы сразу же его поздравляем. То есть это просто, ну, движение колоссальнейшее. Пожалуйста, приходите, ознакомьтесь. Также партнеры ведут прямые эфиры со своих страниц, точно так же, как я это делаю, и мои партнеры. Я могу вас обучить этому. У нас в команде мощное обучение, уже опыт у всех не маленький, от 3 лет и выше, и нам есть с чем с вами поделиться. Проблема, которая у многих людей, занимающихся сетевым бизнесом, боязнь и неумение приглашать, у вас отпадает само собой, потому что, по сути, сюда и приглашать-то не надо, потому что вам нужно просто делиться со своей страницы информацией грамотно, контент практически весь готовый. Если вы на этом этапе не умеете там писать посты, вы не суперблогер какой-то и не копирайтер, нужно учиться, конечно, но даже на этапе, когда вы новичок, у вас будет всегда как содержать страницу, что нужно делать, как ее правильно настроить, чтобы вас люди писали сами. Кстати, новинка. Сайт был сначала на русском, китайском и английском. На сегодняшний день все языки, он полностью на все языки мира переведен, потому что проект полностью международный. И здесь реально можно вот вообще любой итальянский давайте возьмем, и сайт переведется на итальянский язык. Вот, пожалуйста, прямо. Правда-то тут. Вот, ну, так как мы в России, мы себе все-таки привычные поставим русский язык. Все вопросы по эфиру, любые вопросы по проекту на главной странице сайта, как это работает, заходите. Все официальные каналы здесь тоже есть. У нас есть у команды свой канал на Ютубе, на котором тоже также ведутся прямые эфиры и выкладываются полезные ролики. И этот ролик тоже будет на канале. Обязательно подписывайтесь, будьте в курсе всех новостей нашего продвижения, потому что мы запустили ту самую цепочку, которая позволяет при старте партнера, приглашая 3 партнера себе за неделю, то есть каждый партнер выполняет это условие, запускает эту цепочку, уже просто ее не остановить. За 8 недель таким образом на те самые 100 монет, 121 монету можно выйти, друзья. Поэтому не тормозите, места в команде есть, мы всегда рады научить вас, помочь, пригласить своих 3 партнеров. От вас требуется только желание и минимальный старт на сегодняшний день, ну, это примерно даже меньше, чем 700 рублей, друзья. Ну, чтобы быть точным, давайте посмотрим, зайдем прямо, ну, допустим, Яндекс и купить эфир, калькулятор, получим 0,55. Учитывать комиссии. Ну, со всеми комиссиями в пределах 800 рублей уложимся, в общем, видите, вот.
760, 725, 800, по-разному как бы везде, но тем не менее. Так что, друзья, будем рады видеть вас в команде. Наши новые обзоры не за горами, наше продвижение и все наши результаты. Хорошего дня всем!